Итак, к сожалению, так семинар мы построили, что у нас много тем, и мы как-то не углубляемся во все эти темы. В следующий раз, когда я приеду, мы будем углубляться куда-то. Я еще раз сегодня помолился серьезно, и хочу вам доложить кое-что. Где-то еще полтора года будет такая же примерная ситуация в вашей стране, как сейчас. Потом через полтора года начнется напряг определенный, связанный с политической обстановкой. Тишина. Напряг продлится буквально 4-5 месяцев, и после этого начнется сильный экономический подъем. Потому что каким-то образом сменится власть. Я не могу сейчас говорить точно как. Но я знаю, что начнется порядок в стране наводиться, и будет сильная помощь из-за рубежа в развитии вашей страны. И этот период, который начнется вот через 2,5 года с сегодняшнего дня, он будет очень длительный. Он будет продолжаться не меньше 20 лет где-то. Поэтому вы, если куда-то уезжать будете, уезжать на 2,5 года. Потом возвращайтесь. Там тоже такая же судьба, тоже вот будет улучшение. Тоже будет улучшение. Это не другая страна, она будет приближаться, ну, будет соединяться с вашей страной, будет увеличиваться соединение, а не разъединение. Я же вам рассказывал, что есть неудачливые люди. Вот неудачливые люди, а в чем заключается неудача? Когда в стране все плохо, он едет туда, где все хорошо. А когда в стране все плохо, то жизнь же волнами идет. Он думает, здесь все, голяк, то есть не будет ничего хорошего. И в это время здесь постепенно лучше становится. А туда, куда он уехал, там постепенно становится хуже. Все же волнами идет, то есть там был максимум подъема, теперь пошел спад. И он как бы снизу приехал куда? На спад. Потом там уже доходит до максимума спад, да? Он думает, ну все, уже невыносимо. И едет в другое место, где максимум, да? И опять на спад. Это, ну, неудачники, понимаете? То же самое в семейной жизни. Вот идет тоже буквой В все вот так в семейной жизни. То есть сначала медовый месяц, ля-ля, тру-ля, потом раз, пошел на спад. И внизу в самом люди, ну все, разводимся. А в этот момент должен пойти подъем. И они бросают, и опять у них медовый месяц, и потом спад. И вот всю жизнь у них только спад. Почему? Потому что они не могут терпеть свою судьбу. Вот так и живут все время, бегают куда-то. То туда, то сюда.